Пассажирское железнодорожное сообщение возобновится между Владивостоком и городом Расон Корейской Народной Демократической Республики. Данный вопрос обсудили Олег Кожемяка и председатель Народного комитета Расона КНДР Синчхан Ир. Губернатор Приморья отметил, интерес российских путешественников КНДР только растет. С февраля по май этого года Пхеньян и Вансан посетили более 400 россиян. Глава региона предложил делегации из Расона провести презентацию туристского потенциала своего города в рамках очередного Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке. Также стороны обсудили возможность проведения совместных спортивных сборов, матчей и фестивалей. Вашей провинции нас соединяет железнодорожная магистраль. Мы ближайшие соседи. Это выгодно будет для туристов. Такой поезд Владивосток-Расон могут перевозить туристов, могут содействовать обмену в гуманитарной плоскости. И, конечно, наша сторона, железная дорога, готова организовать такие маршруты с той частотой, которая будет удобна жителям и Кореи, и Приморского края.